Ковальская, я стала человеком года Украинской ассоциации исполнителей восточного танца. Разрешите поздравить Елену с таким вот высоким званием. Она победила в двух номинациях. Номинации «Лучший постановщик конкурсных шоу-программ» Елена Дубарская. И еще Елена победила в одной номинации. Руководитель самой результативной школы среди солистов. Самый высокий показатель сольных выступлений. Браво! А теперь я рабочий передаю Клавдию. Благодарю, Елена. Не видите, сколько у вас много сегодня подарков. Я действительно убедилась, что Елена бывает прекрасна. Вы согласны со мной? Да. Солисты замечательные у вас. Я желаю вам, чтобы у вас действительно в вашей творческой жизни все было очень много ярких событий. И чтобы вы каждый год были человек года. Вас всех номинаций. Благодарю вас.